«Эхо Москвы» в Уфе и региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Гречка. Шемшадан. Подорожание гречки. Шемшадан шергештен. Подорожание гречки. Шемшадан шергештен. В Башкирии гречка за месяц подорожала на 15%. Пошкарт кундемыште шемшадан икталзыште латвич процентлан шергештен. В Башкирии гречка за месяц подорожала на 15%. Пошкарт кундемыште шемшадан икталзыште латвич процентлан шергештен. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски».